Well, first of all, congratulations to St. Petersburg for the 3 points. Thank you. Their execution was impressive. I thought. В первую очередь хочу бы поздравить команду соперника с победой и отметить классную реализацию игровых шансов. Their depth was impressive, and their best players were just that. They were their best players tonight. So, in saying that, we knew that we would have to be at our best to be able to pull out an upset here tonight. I thought we played well and had some chances in the first period. Лучшие игроки команды соперника показали действительно то, на что они способны. Мы знали, что чтобы рассчитывать на хороший результат, нам нужно показать максимум своих возможностей. But again, they seemed to be able to find that timely goal, and I thought the third goal at the end of the second period was certainly a turning point in the hockey game. И на мой взгляд, третий гол, который мы пропустили во второй части второго периода, был поворотным моментом сегодняшнего игры. I had hoped that the review would have shown their players skating directly into the crease prior to the goal. Мы очень надеялись, что повтор продемонстрирует, что их игрок был в зоне вратаря во время взятия ворот. I pleaded my case, but to no avail. It was a big goal by St. Petersburg. Obviously, heading into the third period, we knew that we couldn't give up the next goal, and unfortunately, a couple giveaways. And again, they're the best team in the league. Their execution was impressive. Their puck pursuit was impressive, and they forced us into some uncharacteristic errors tonight, and they took advantage of it. So, great game by them. For us, it's about turning the page and getting ready for our next game. Thank you. Ну и третий период уже был скорее формальностью, после мы допустили несколько результативных ошибок, которыми соперник, опять же, очень мастерски воспользовался. Что я могу сказать, это лучшая команда в лиге, а для нас это повод перевернуть страницу и готовиться к следующему игру. Спасибо. И главный тренер СКА Олег Знаров. Ну, мы сегодня провели невразительный первый период. Вообще мы много очень контратак пропускали. Сегодня мы не очень хорошо сыграли в обороне. Команда соперника очень просто нас делали контратаки. Ну, просто нам повезло, что не забили. Вот так, ну, с победой. Ну, ясно, что у нас перерыв и такое настроение было, но хотелось бы закончить это сегодняшний матч с победой и хорошо отдохнуть. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Женя, Владимир район, вопрос главного тренера Олегу Олеговичу. В отличной форме Шестеркин и Коскин. А будет ли шанс у Иванникова? Не знаю. Пока не знаю. Если вы сами сказали, в отличной форме. Один и второй вратарь у нас. Мы очень рады, что у нас есть такая вратарская вот бригада. Вопрос к главному тренеру СКА, Олег Валерьевич. Несколько ряд игроков были вызваны из вашей команды в национальную сборную. Заметили, что буквально крылья выросли ребят в сборную? Да нет, не заметил. Сейчас, может, разденусь, сейчас посмотрю. Олег Валерьевич, перед Олимпиадой в Ванкувере СКА уходил на перерыв абсолютным лидером, практически как сейчас. Закончил все провалом с Рижским Динамо в плей-офф. У вас есть какой-то секрет, какой-то способ? Я не следил. Я понимаю, что вы это не помните. Мы подпомним хорошо. Вот что нужно сделать в перерыве, чтобы сохранить тонус команды? Ну, мы едем на серьезный сбор в Новогорск. Команда будет тренироваться там. Я думаю, что все будет нормально. Под вашим руководством? Ну, не под моим, под руководством. У нас есть тренер по физподготовке, у нас есть остались два тренера, которые с ним будут работать. Поэтому здесь проблем, я думаю, что никаких не будет. Пожалуйста. Читовчинский пресс-центр, все-таки на Олег. Вопрос главному тренеру СКА, Олег Валерьевич. Считаете ли вы этот матч принципиальным после поражения в Загребе? Ну, что значит принципиально? Мы всегда настраиваемся на победу. Там мы не смогли этого сделать.
здесь удалось нам это сделать. Да. У нас каждый матч принципиально. С кем бы мы не встречались. Да, последний вопрос, коллеги. Олег Олегович, тяжело ли будет перестроиться на сборную? Все-таки сейчас у ребят пауза, а вам работа становится. Ну что делать, жизнь такая. Коллеги, спасибо большое.